Всем привет! Сегодня будем наряжать елку. Наконец-то пришел этот день. Пора нарядить елочку. Вы, наверное, уже тоже все нарядили. Готовила игрушки. У нас елка в таком будет цвете. Тут еще большие такие шары. Вот. Сейчас будем наряжать. Так, все, елочка готова. Теперь только осталось украсить ее игрушечками. У нас два цвета огоньков. Тут белый, ну холодный и теплый цвет. Надо только установить такой режим. Ну, мне нравится. Он там светлый, белый, вот холодный подсвечивает. Она такая, как голубая, смотрится. А там немножечко и теплый свет. Такая елочка. Единственное, конечно, в процессе всего, пока ее собрали, пока огоньки намотали, приходится все время пылесосить, потому что осыпается вот это вот покрытие. Так, берешь в руки, оно вроде бы не сыпется, но если сильно ее там телепать, немножко, вот видите, как вот такие вот кусочки отпадают. Ну, оно хорошо, что все пылесосом собирается, ничего страшного нет. Красота требует жертв. Иногда немножко надо потрудиться и поубирать. К вот этим большим шарам в комплект шли вот такие вот крючочки. Вот, сейчас буду их надевать. А там везде веревочки, ниточки. Красивые вот эти вот шары огромные, они так переливаются, девочки, но тоже с них сыпется все, но красивые. У Софии урок музыки начался. Красивенькие. Таня в том году в интернете заказывала себе и мне вот такие синие, серые и белые. Смотрю, чтобы пропорционально было все. Сюда. Музыка. Там нормально. И вот такие белые. Белых у меня 4. Надо тоже их как-то красиво распределить.
Такая елочка у нас получилась. Вот так в темноте выглядит, когда свет выключаешь. Красивенько. Ну, программу надо выбрать такую медленную. Тут сильно так мигает мне не очень. А когда свет включаешь, получается вот так. Такая красивая елочка. Пишите в комментариях, а вы украсили уже елку? Поставили? Очень мне нравятся вот эти вот цветочки. Они идут на таких прищепочках. Очень удобно вешать на веточку. Так раз, раз, прищепил, и цветочек держится. Там беленькие такие цветочки. Они тоже немножечко переливаются. В общем, мы к Новому году готовы. Мне нравится результат. Ну, если честно сказать, вот под эту белую такую вот заснеженную елочку, вот этот серо-синий цвет подходит. А когда елка зеленая, мне нравится сочетание красного и красное с золотом. Вот. Не знаю, как бы на белой елке смотрелось красное с золотом. Не знаю, даже вот на зеленый мне очень нравится. Пишите, какой вам нравится цвет, как вы украшаете дома елочку, какими цветами. Мне будет интересно. Потом просили меня показать, девочки, белую елочку Софии в комнате, как мы украсили. Вот так Софийка украсила свою елочку. У нее такая цветовая гамма, нежная. Мне нравятся, если честно, тоже такие цвета. Такие нежненькие. Такая маленькая небольшая елочка смотрится. Так. Тоже там огонечки. Ну, там на батарейках у нее такие вот. Такая белая елка. В общем, мы уже все везде украсили. Жду ваши комментарии. Пишите. Все, тогда я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. До завтра.